Добрый день, это ваш Ващ. Тут один пользователь Ютуба в комментариях попросил меня сыграть соло в стиле Гилмора, я так понимаю, Pink Floyd backing track in G minor, то есть в соль миноре, чтобы понять, умею ли играть. Ну, давайте посмотрим, умею ли я играть. Thank you.
Вот такое получилось соло. Заметьте, я не использовал ни примочки, ничего, ни делея. Это только стратокастер мастеровой мастера Валерия Ващенко, моего дяди. Усилитель, которому уже лет 20, дешевенький Behringer. И руки. Вот и все чудо. Спасибо. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь и будьте здоровы. До свидания.